Друзья, всем привет! Снова с вами Олеся Селезнева. И в этом видео мы будем говорить с вами о том, что, оказывается, парфюмерия компании Армель является дешевой подделкой известных брендов. Оказывается, друзья, бытует такое мнение, и я сталкиваюсь с этим уже не впервые, что действительно многие считают, что парфюмерия компании Армель – это дешевая подделка известных брендов, и те люди, те дистрибьюторы, те лидеры, да, которые являются продвижением этой компании, поступают очень-очень даже неэтично, низко, подло. Вы знаете, действительно есть такая точка зрения, и она родилась среди представителей других MLM-компаний, которые уже пришли давно на рынок. И в связи с тем, что вырабатывается такая оборонительная тактика, пошел именно такой слух. Почему слух, ты поймешь, досмотрев это видео до конца. Вы знаете, это совершенно нормально. Я считаю, что каждый вправе отстаивать свой бизнес. Только человеку, который слышит эту информацию, нужно поступать трезво, да, и разбираться в услышанном. Потому что если ты рассматриваешь какую-либо компанию как бизнес, либо как потребление, да, нужно уметь разбираться. Мнения разные, и ты вправе выбирать. Так вот, я сейчас хотела поговорить с тобой о том, действительно ли это подделка, да, можно ли этому мнению доверять, и хочу поделиться с тобой своим видением. Как всегда, буду основываться на факты и цифры, потому что без этого я не могу строить бизнес. Это бизнес, а бизнес любит цифры и факты. Согласна? Итак, действительно, компания Армель зашла на рынок 2 года назад именно с линейкой номерного парфюма. И вы знаете, я не перестаю восхищаться именно руководством компании, именно той тактикой, которую выбирает компания. И она на сегодняшний день очень правильная. Это не просто слова, опять же свидетельствуют цифры увеличения товарооборота, увеличения чеков, которые люди зарабатывают. И на сегодня это ошеломляющие цифры для стартующей MLM-компании. Многие компании, известные компании, начинали именно с линейки парфюма. Почему? Ну, очевидно, парфюм любят все, парфюм – это эмоциональный продукт, с ним легко заходить на рынок. И вот в компании Армель изначально были вот такие флаконы классической коллекции и коллекция нишевой в парфюмерии, серии Амплуа, да? И, конечно, для того, чтобы компании начать развиваться, нужна узнаваемость. Именно поэтому компания вводит линейку узнаваемых ароматов. Друзья, узнаваемых. Но это не подделка. Как вы можете мне доказать, что вот эта подделка, например, там какого-то аромата, не знаю, Chanel Chance или любого другого? Как? Какие есть факты? Компания Армель не позиционирует себя как что-то похожее. Это собственный бренд, это собственный аромат со своей собственной формулой, и он изготавливается специально для компании Армель. По-моему, комментарии излишни. Да, этот аромат может вам напоминать какой-то из тех, которым вы пользовались, который вы знаете, как звучит, но только напоминать. А он может раскрыться на вас так, что вы будете божественны и очаровательны именно в этом аромате. И это опять же плюс, что каждый человек может себя излечить вот от этой брендомании, да, когда покупается бренд и платится, ну, я скажу честно, откровенно, просто за понты, а не подбирается именно аромат по звучанию на вашем теле, на вашей коже. С компанией Армель, с ароматами Армель, да, вы можете стать индивидуальны. А это куда лучше, чем быть похожим на всех, согласны? Но сегодня Армель — это не просто линейка номерного парфюма. Сегодня Армель, друзья, это большая торговая марка. Большая торговая марка, которая насчитывает, друзья, 4 направления.
каждое направление, оно свое, оно уникальное, там своя потребительская ниша. Просто мы еще очень малы, да, для узнаваемости. Возьмите любую компанию, компанию-гигант, возьмите Amway, возьмите Mary Kay, Avon. Все начинали когда-то с того, что они были неузнаваемы, согласны? Вот так же и пройдет энное количество лет, все будут понимать, что Armel, о, круто, это, например, там классная парфюмерия, это классный кофе, это классные средства по уходу за домом и так далее и тому подобное. Нужно просто время. А сейчас идет узнаваемость бренда. Но за тот год, который я вот развиваюсь в компании Armel, произошли колоссальные изменения, колоссальный рост, появление новых позиций. И сегодня мы уже не просто номерной парфюм, у нас есть авторские линейки, которых вы не найдете нигде. Это я сейчас говорю для тех, кто говорит, что мы занимаемся подделкой. А как вам такая коллекция? Вы не найдете ее, друзья, нигде. Это авторские ароматы, это серия Jardin de Fleur, уникальная в своем исполнении. И вы ее найдете только в компании Armel. Кстати, для любителей, ценителей парфюма, обратите это, внимание на эту линеечку, скоро весна, нам хочется ароматов цветов, благоухания весны в воздухе, и это именно для тебя. Также, друзья, я с гордостью могу вам показать вот такие флакончики, и это еще уникальнее. Это серия Voyage d'Amour, которая покоряет сердца, ну, практически каждой девушки, да, каждого мужчины, который прикасается к этим флаконам. Вы видите, что это совершенно уникальный дизайн, да, это совершенно уникальные ароматы, состав и формула которых специально разрабатывалась долгое время для компании Armel. Впервые эту серию тестировали лидеры, которые приехали на завод Аржевиль, город в Грасс, и именно они просто по восприятию этих ароматов голосовали за то, какие же ароматы появятся в продаже. И вот они сегодня перед нами, это 8 ароматов, 3 мужских и 5 женских, которые совершенно уникальны. Ну, я надеюсь, что сейчас вы, уважаемые зрители, поняли, что это просто миф, который рождает возле себя сплетни. И если ты действительно хочешь разобраться в полученной информации, да просто приди на аромавечер в том городе, где есть офис, где есть представители компании Armel, и просто продегустируй. Тебе это ничего не будет стоить, но только ты сможешь убедиться в том, что это за парфюм. Сегодня мы, друзья, в городе Оренбурге организуем прекрасные, чудесные аромавечера, где вот в такой красивой атмосфере, да, вы можете прикоснуться к этим ароматам, вдохнуть благоухание этих коллекций. Поэтому, если ты с Оренбурга, приглашаю тебя в офис на Пролетарскую 27, записывайся на аромавечер, и ты поймешь, что такое парфюмерия Armel. Ну, а если ты смотришь это видео и живешь в другом городе, помогу тебе попасть на аромавечер именно в том городе, где находишься ты. И также к тому мифу, что Armel — это подделка, да, я уже сказала, что у нас есть несколько направлений. И вот опять же, да, новая ниша — это кофе. Ну, какая может быть подделка, да? Наоборот, это новая технология, которая только-только приходит на рынок. Это технология дрип-пакета. И сегодня многие уже просто не представляют начало утра, да, какой-то командировки или просто работы в офисе без вот этого уникального пакетика, который можно заварить просто кипяточком и наслаждаться свежесваренным кофе. Это новая технология, которая только-только появляется, и она уже есть в Armel. Вам это о чем-то говорит? Кстати, это шикарная идея подарка на 23 февраля, 8 марта, посмотрите, как уникально смотрится эта коробочка. Обратите внимание на этот продукт. Еще один момент, друзья. Сегодня на рынке есть множество компаний, которые тоже продвигают парфюм, номерной парфюм. Есть лидеры, которые приходят из одной компании, открывают свою компанию, кто-то меняет компании, да, и начинает еще тоже такая
такое обсуждение, что а у нас лучше ароматы, а они дольше пахнут, да, они более стойкие, они круче. Ну, всевозможные доводы. Друзья, дело не в том, у кого что лучше, у кого что хуже, и кто куда перешел и почему. Давайте быть объективными. Мы работаем с вами на конечного потребителя, на людей. Люди у нас что делают? Они покупают, да, продукт, то есть они голосуют рублем. И среди каждой линейки может быть свой потребитель. Но если товар попадает в идеальное соотношение цены и качества, то в этой компании наблюдается всплеск товарооборота, да? Вот это сегодня происходит в Армель. Не будем говорить, что это самые крутые духи. Я никогда так не говорю. Есть лучше духи. Вопрос, сколько они стоят, кто их покупает, и можешь ли ты, как предприниматель, создать движение в своей сети, создать товарооборот, ведь именно с товарооборота нам платят процент, да, то есть мы зарабатываем, любая MLM-компания, она платит с товарооборота сети, не потому что у нас лучше или у нас хуже, а потому что мы умеем создавать товарооборот. Именно на такие показатели надо смотреть при выборе той компании, в которой ты хочешь прийти и зарабатывать деньги. Есть множество компаний с хорошим продуктом. Вопрос, просто ты им пользуешься или ты на нем зарабатываешь деньги? Это, друзья, большая разница. Подводя итог всему сказанному, я призываю тебя сделать правильный вывод, разобраться и всегда уметь принять правильное взвешенное решение. Если ты попал в волну сомнений, да, негатива, ты не знаешь, действительно так это или иначе, разберись. Но цифры говорят за то, что компания Армель – это сейчас идеальный инструмент вот во всех параметрах. Да? Товарооборот за год вырос в 2 раза. То есть многие MLM-компании не делают роста, такого роста в товарообороте за многие годы. Скажу про себя – результат в моей команде, я уже не говорю даже про себя, у меня всегда девиз: судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Так вот, у многих лидеров есть результат такой за 10 и более лет в командах. У нас в команде есть этот результат уже за год. И это, друзья, показатель. Поэтому услышь ту информацию, которая правдивая, прими взвешенное решение, либо пользуйся качественным продуктом, экономь, да, будь умным покупателем, потому что даже если ты, не знаю, развиваешься в другой компании, но у тебя нет какой-то линейки, ты же все равно ходишь в магазин и покупаешь, и при этом ты не думаешь, что ты изменяешь свои компании, правильно же? А также и здесь просто можно прийти и рационально использовать свои деньги, свое время, оценить качество, и, возможно, у тебя произойдет переворот полностью, как это произошло у меня. Ну что ж, а если тебе понравилось просмотренное видео, ставь лайк, обязательно нажми на колокольчик, чтобы в следующий раз у тебя было оповещение, что у меня вышло новое видео. А поверь, я готовлю очень много интересных, таких животрепещущих тем для общения. Я думаю, тебе со мной будет интересно. Ну все, до связи, с вами была Олеся Селезнева. Пока-пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.